Игорь Анатольевич, ваш комментарий по игре сегодняшней. Мы превзошли по качествам соперника, создали немало моментов, но вот не всю тренировочную работу, хотя, наверное, ее и трудно было вообще предполагать, что увидим, не все получилось. Но я думаю, что те знания, которые девочки получили здесь в сборной, должны стимулировать их на дальнейшее развитие. Именно поэтому вы решили дать сегодня всем поиграть и сделали столько замен? Счет позволял. Понятно, что главное выигрывать, какую бы ты игру, с кем бы ты ни играл. А отметить Строгино надо, и они создали и 3-4 момента, и у них было. Девочки достаточно боевые, молодцы. Благодарны им, что у нас получилась эта игра. А с другой стороны, счет позволял, и вот девочки отработали неделю, и не получить свое время в этой игре было бы, посчитали, что это неправильно будет. Что касается сбора в целом, все ли получилось, все ли удалось, и какой у девчонок потенциал? Мы-то программу сделали, сейчас я думаю, что их вот эти мысли, идеи, принципы придавили немножко. Придавили какое-то время, нужно им, чтобы это переварить. И нам стоит еще переварить в оценке и качеств каждой девочки ту информацию, которую мы получили на этом сборе. Есть ли шанс, что кого-то из них мы увидим на ближайших сборах? Да, есть. Спасибо.